Так, вот смотри, какой я. Ну, короче, видишь, аккумулятор тут 12 вольт, вот проводочек идет. Вот у него идет до этой ниши. Ну, поставить я не могу телефон. Ну, может, поставлю сейчас. Короче, буду включать, увидишь, как оно классно работает. И то это днем, вечером будет намного, наверное, получше. Вот, сейчас, секундочку. Будем пробовать, как будет работать. Чуть-чуть неравномерно, вот что приедешь, две левых вместе, две посередине какие-то не очень, а вот та вот последнюю надо вообще походу, наверное, чуть-чуть ниже как-то опустить, или эту чуть-чуть поднять. Что-то тут не то. Так, а ну. Нормально. Потом отрегулирую. Короче, пойдет, да? Движушка такая. И к этому всему еще сделал я подсветку для клавиатуры. Сейчас. Ай, момент. Раз. Два, три, елочка. Гори. Что за херня? Вот подстава. О! Вот такая вот подсветка для клавиатуры. Нормально, да? Знаешь, откуда появился такой желтый цвет? Смотри. Это, короче, вот такой вот изолентой я залепил эти лампочки. Просто вдоль лампочки изолентой фунг провел. И вот получился вот такой вот цвет. Сейчас, если я выключу, видишь изоленту. Ну, наверное, увидишь. О! Видишь? Долго тухнут это конденсаторы заряжены. Теперь включаю обратно. Смотри. Опа! Классно, да, такая подсветочка? Кроломастер. Вот так же самое я сделаю на потоке. Ну все. Пошел теперь. Выпей бутылочку пива. Я заслужил на это. Вот так вот оно ночью работает. Такое вот красивое освещение. Работает оно. Вот 12 вольт. А, тут не видно. Прикольно. Маленькая вот эта красивая подсветочка.